Каждые новогодние праздники в нашей столице увеличивается число пожаров. В прошлом году было больше 70 возгораний, в горящих зданиях погибли 5 человек. Зачастую причиной возникновения пламени становится непотушенная сигарета. Плюс в январские выходные риски увеличиваются из-за неправильного использования пиротехники. Если в будни у нас виновники пожаров находятся в состоянии алкогольного опьянения в среднем 40-50% от общего числа виновных лиц возникновения пожаров, то в праздники этот показатель у нас доходит до 70%. И, скажем так, это очень высокий показатель, поэтому в Новый год безопасность граждан связана прежде всего с личной ответственностью. Всего с начала года в Бурятии произошло почти 4800 пожаров, и это на 1000 больше, чем в 2021.